Теперь, что касается Сергея Павловича Ралдугина. Он не просто какой-то музыкант. Он народный артист России. Блестящий музыкант. Я думаю, что один из лучших в стране. Он вот был членом жюри на международном конкурсе Чайковского. Он начинал работу здесь, в Ленинграде, Петербурге, у Мравинского. Он долгое время работал у Гергиева. Был ректором Ленинградской Петербургской консерватории. Но он человек творческий очень. Многие творческие люди в России, я не знаю, каждый второй может быть, если вы обратите внимание, пытаются заниматься бизнесом. И насколько мне известно, Сергей Павлович тоже. Ну какой его бизнес? Значит, он является миноритарным акционером в одной из наших компаний. И там какие-то деньги зарабатывает. Но это, конечно, не миллиарды долларов, чушь.